Всем привет, меня зовут Даша, вы на канале Игольник Дарьи. Мы обуваемся и идем на Wildberries, на почту России, а как ваши дни проходят. И тогда вопрос к вам. У меня было обсуждение на канале, ну как обсуждение, я рассказывала о том, что там Леша классный, там все такое, это понятно. И вы тоже написали, согласились со мной, что Леша огонь. А теперь давайте напишем, почему Леша огонь в комментариях. Это будет классно. Давайте напишите, почему, на ваше мнение, Леша офигенный и классный. Вот что мне такого для вас офигенного и классного? Для меня понятно. Я могу вам целый список выдать. А вот для вас, как для подписчиков, почему Леша классный? Напишите, очень интересно услышать ваше мнение. Как твое настроение, Хер? Спокойно. Смотрите, кошка гуляет, я же не шучу. Это, ой, такой мощный зверь. Наша Санька, надо нашей Саньке поводок взять и выводить ее гулять. Потому что как? Почему нельзя гулять с кошкой? Почему с собаками гуляют? Вот утки, мы на Балашихинском пруду. Значит, была я на почте, сейчас я это все и расскажу. Я недовольна. Объясню почему. Потому что на почте России меня раньше принимали. Все было хорошо. Без паспорта получала посылки. Притом одну посылку я получала без паспорта по этому же номеру. И вторую посылку я в Коренево еще получала. Точнее, первую посылку я еще получала в Коренево. Тоже на почте России. И все было окей. А тут такие паспорт. Тоже мне. Дураки. Мы пришли в парк, это парк Солнечный, вот ТЦ Московский, но это Балашиха. Вот, Леша взял себе на работу коржик, сейчас пиво он себе взял, я себе водичку такую, росинка плюс вишня, она по акции была. И я нашла, я уже говорила об этом видео, по-моему, что я искала, я нашла черемшу. Ну, это, да, короче, по-другому. Вот, Леша взял себе такую вот пироженку скушать, а я себе вот такую постненькую, из раздела постненького. Она мягкая, классная, такие, как это... Суфле, желе и того типа. Короче, вкусная штука. Вот. Да, кстати, здесь храм на районе. Какой-то в честь великомученицы Варвары. А, Екатерины, кстати. У меня бабушку, между прочим, зовут Катя. Она в Черкасах живет. Я ее пару раз во влогах показывала, тайна от нее. Вот, и я недовольна сервисом почты, просто потому что я приходила два раза на почту получать и получала без паспорта. Почему сейчас нужен паспорт, непонятно. Ну ладно, мы решили, что я завтра тогда, когда Леша пойдет на работу, выйду вместе с ним, только я поеду в сторону Балашихи получать на почту, а Леша поедет как бы на работу. Сегодня мы еще сходим на Wildberries и получим еще три посылки, три. Ну, может, еще что-то придет, пока мы тут гуляем, ну, посмотрим. Но пока три посылки, что довольно прекрасно. Как ты? Я тоже хочу снимать ролики. Но только хочу. Ну, давайте поддержим Лёшу. Ставьте лайки на то, чтобы Лёша тоже начал снимать ролики. Ребят, нам дошли с Wildberries посылки еще три. Этот Росик, сейчас будем унитаз разбираться, чистить. Это у нас этот Air Wick. Дайте я вскрою, покажу вам, что это. Ну, короче... Это освежитель, который в розетку. Вот. А вот это я, кстати, не совсем помню. Что? Давайте вскроем и проверим. Внимание! А, так тут ручка еще была. Вот так можно было. Вот так можно было нести, да? По всей видимости. Я поняла, ребята, что это. Все, я поняла. Ой. Это, ребят, я вам сейчас покажу. Это так, как у нас сейчас грибной суп. Завтра я свою... Подожди. Сейчас. Что дать? Да, помогу. Завтра я... Буду делать гороховый, нет, у тебя уже это самое, мне нужно вот это искать. Завтра я буду делать гороховый суп, это сухарики к супу, именно суп мне. Это, ребят, нужная штука нам. Да, и запах тут офигенный. Это именно для супа. Сухари.
вот такие вот аукционы, которых в магазине нету и которые очень недорогие, но специальные для супа. Такие супы. Мы супы тоже будем есть часто. Поэтому у нас такая вот штука. Поэтому, ребят, ожидаем следующих посылок, которые придут завтра. Это Ерошин кофе. Вот. Это Ивантус. И все для самоката. Ну, короче, по мелочи. Ожидайте, ребята. Наконец-то у меня чисто... О, фокусируйся. О, ну, вот. Видишь, у меня голова чистая. Так чудесно, когда голова чистая. Потому что когда она грязная, это вообще не кайфы. Знаете? Совсем не кайфы. У меня лежит щеточка, я вот вижу. У меня здесь легкий такой засорчик обстановился. Вот, у меня есть щеточка. Собственно, для чистки всяких... Во! Сейчас... Во-первых. И... Во! Видите, теперь посередине нет вот этой штучки. Вот, щетки для чистки камер. Для чистки объективов. Если вас интересует, тут классные штуки. В интернете, ну, 400 рублей стоит. И дальше скажу. Сейчас идет очень усиленная молитва за Лавру. Везде, во всех городах. Что России, что Украины, что везде. Потому что мы Лавру не отдадим. Это факт. И как бы так. Но скажу вам... Ой. Я чай просто сейчас сделаю. Но скажу вам, ребята... Не поставила в холодос. Но скажу вам одну интересную вещь, что если у вас, например, по каким-то причинам нет возможности молиться, именно словами и так далее, просто чтобы в вашем даже доме не гасла молитва, не угасала, чтобы даже в вашем доме была молитва, просто включайте трансляции Лавры, потому что как раз там идет сейчас молитва за Лавру, просто включайте трансляцию Лавры, смотрите, просто. И даже если вы не дома, а на улице, там еще куда-то, да, тот же магазин, еще куда-то. Ничего с вас не убудет, ничего не случится, если в вашем доме будет играть трансляция Лавры звучать. Молитва. Ничего как бы такого не произойдет. Поэтому, ребят, мы православные и... И мы это доказываем. Мы доказываем, что мы истинная церковь. Поэтому, ребят, держитесь. Все, кто там Лавра, все, кто рядом там сейчас возле Лавры, держитесь. Я с вами, мы с вами. Наш православный народ с вами. Вот. А сейчас я делаю сейчас бутербродиком, перекушу. Ну или с чем-нибудь таким. И скоро будете Лёшку. Короче, Лёша попросил поспать часик, собственно. А после этого, короче, если он сам не проснется, ну, не встанет, разбудите его, так? Будем сейчас его будить. Для этого делать кофе. Потому что... Будить человека без кофе, это, как вам сказать, это преступление века. Пытаюсь создать красивые кадры там с кофемашиной, с вот этим всем, но нифига же не получается. Ну, она, кстати, почти высохла, так что я хотела сахар. Стакан и сахар, да. Мне нужно стакан засыпать сахаром. Потому что когда я сыплю сахар уже в кофемашине, тут не есть хорошо. Ну, точнее, для кофемашины не страшно, а вот... Знаете, я даже вот и слушаю Лавру. Потому что, а как? Болеешь за Лавру, переживаешь, потому что я в Лавре провела много времени в своем детстве, потому что мы туда ездили практически каждый год. Я даже на свои 18 лет в Лавре отпраздновала, ребята.
И что тут говорить? Ой, Саня! Иди, ой, Сереник мой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сёня моя, Сёня. Сёнька моя, Сёнька. Ну и Сёнька моя, Сёня. Да, ух ты, Буська. Ух ты, Буська. Вот такая красавица у меня. Красавица. Ну посмотри, интересно же. Кофе наливается, да. Давайте я на окошко посажу. Смотри, что там. А, кошки, да? Посмотрим. Кошка. Пока еще льется молочко, я так вижу. Вроде как. И скоро начнет. А, все. Я перепутала. Ладно, сейчас будем пить кофе. Будем заливать кофе. Ой, она с какой красивой пенкой. СМС-ка пришла о деньгах. Ну, пенка, наливайся. Отлично. Ой. Смотрите, какое в кофе пенка, как все красиво. Кайф. Я думала сейчас разогреть супчик, так как мы собираемся ужинать. Но мне почему-то подумалось, что на вечер супчик, учитывая, что он с грибами, это будет тяжеловато. Сейчас лучше сделать что-то более полегче. Я сделаю очень быстрое такое блюдо. Кто знает, кто ел. Кускус! Вкусная каша, между прочим. Ребята, очень даже вкусно. Раз, и две тарелки. Если на двоих, естественно. Не, или одна тарелка, миска, окей, ладно, спасибо. И берется каша. Ну и салатик я хочу сделать из леберды. Так, что я хотела? Стакан я хотела. Один стакан каши. Да какое количество? Здесь вообще что-то написано? Ну да, один в дом. Все правильно. Вот. Теперь водички сюда. Ой, водички, масличка. Няма-няма. И сольки. Точнее, когда чайник. Все, и каша готова. Вкусно. Ну, я сделаю салатик. Ребятки. С черемши. Мой салат из черемши. Это слишком просто. Это проще, чем у кого-то. Потому что кто-то усложняет там. Ну, когда паста нету, конечно, это тоже можно делать, да? Кладет яйца и все такое. Я нет. Я с яйцами, конечно, я люблю это вкусно, но не тогда. Но не так. А, блин. У меня вода никак не может сделаться нормальной температурой.
Во! Мы помыли чимши. У меня вообще салат. Это черемша, майонез и редиска. Кстати, для редиски немного осталось, ребят. Два стакана воды теперь. Успеваем. Потекла немножко. Ой. Ложка, ложка, ложка. Я делаю ужин, но это так сложно. Когда вода потекла, когда то, когда это. Все, и теперь оно где-то сейчас сколько у меня постоять должно? Ну, минут 5-7, может быть, поразогреваться. И все. Где? Ага, вот. А также ножик. Отлично. И нарезаем салатик. Я люблю такие всякие салаты, особенно весной. Вообще, его называют кто как, кто лазер, да кто черемша. Но если уточнять, это медвежий чеснок. Почему это конкретно называется медвежьим чесноком, мне сказать сложно, потому что я, как это сказать, не совсем в этом разбираюсь. Я знаю, что это очень вкусно. Единственный минус черемши в том, что когда ты кушаешь черемшу, потом запах изо рта, такая душниловка, что если вы с молодым человеком ее едите, после этого не целуйтесь вообще, как минимум, потому что вы реально сойдете с ума. Это я говорю как человек знающий, особенно когда в детстве мы ели черемшу, и на меня кто-то дышал, о боже, то есть даже не дышите друг на друга. Вот черемша, она не всю весну, она где-то в этот период начинается, и там немножко идет. Все это майонезом заправить. Вкусно. Ну вкусно, ребята. Ну вот я шо, я врач что ли буду сейчас? Теперь эту часть в холодильник, ну потому что мы делаем же не из всего количества черемши. Мы чуть-чуть делаем, а дальше, куда я поставила редиску, кто знает. Кто видел? А. Редиска. Лёша там по работе вопрос какой-то решает, общается по работе сейчас по телефону. А я сейчас... делаю вкуснейший салатик. Да и редиски-то сюда не супер-то и много надо, знаете? Это как бы, если салат чистый из одной редиски, да, там редиска, все такое. А сюда нет, сюда как-то, знаете, попроще.
Офигеть! Теперь я сюда что, соль? А где? А, вот. Я сюда соль поставила. Салатик. Вообще, теоретически, может быть, и можно заправлять всякими, знаете, соусы для цезаря какого-то, еще что-то. Но я никогда так не делала, я не уверена в этом методе. Я уверена в самом простом. Майонез и все. Поэтому вот я по майонезу и ударю. Блин, у меня ведро вот такое майонезное. Дешевле, чем в пачках, потому что я... Я рассматриваю часто варианты, которые... Но майонез я не укладываю, потому что я сейчас сделаю бутерброды. Немножечко. Хотя... Все, каша уже готова, ребят. Даже меньше, по-моему, 5 минут прошло, не? Или все-таки больше? Да, сюда еще добавляют по оригинальному рецепту, если не говорить. Если нет паста, когда пост заканчивается, и она еще есть, яйца. Но... Ну, у нас сейчас пост. Яйца я не кладу. Я люблю такой салат. И еще три. На завтра такой же салат сделаю. Осталось три этих. Оп. Остатки имитированной икры, кстати. Вот имитированная икра — это прикольная штука, потому что... Ну что, это как минимум вкусно. Да, это не настоящая красная икра. Ок. Но... Какая разница? Вкусно и хорошо. Мы не владеем богатством, чтобы покупать красную икру, там мазать на хлеб. Хотя это было бы, конечно, прикольно. Каждый день там есть красную икру, наверное, но... У нас в семье имитация такой икры была только по праздникам, типа, допустим, Новый год или какие-то... Дни рождения, которые, собственно-то, выпадали на пост. Бывало такое, что день рождения чей-то выпадает на пост, и тогда... Но! Вот у меня бабушка, у нее день рождения 5 октября. Переводила просто на русский. И у нее день рождения никогда не выпадало на пост. Вот у нее нет такого, чтобы ее день рождения выпадало на пост. Ну так уж у нее, так ей повезло, как бы, да, что на день рождения можно курочку, мяско, там вообще. Там какие-нибудь тортики не постные и все остальное. То есть... Мне и бабушке в этом смысле действительно повезло. Но, как бы ничего, в принципе, такого страшного. Пост, как я уже вам показываю сейчас, тоже очень много таких блюд, которые реально можно в пост и... Во! Офигеть! Теперь мы берем тарелки, и вот уж теперь мы накладываем. Вот это все, знаете, объясняю подробно. Ну, что ж. Оп. М-м-м.
Еще осталось чуть-чуть кускусика. Пусть он остынет, потому что горячего в холодильнике оставить нельзя. Тогда сойдет он в холодос. А, это ополовничка. Черпак. Я думала, это ложка большого размера. Отлично. Еда. Так что всем, кто смотрит меня и кушает, всем приятного аппетита. Самого приятного. Ну что, ребят, вчера поездка на почту оказалась неудачной. Вечером я ничего не снимала, потому что... Ну, я вам уже рассказывала, почему неудачные, да? Вечером я уже ничего не снимала, потому что и настроение было не очень, и не только, но, в общем, такое. Отдыхали уже просто. А сейчас я ищу паспорт. А куда я его там положила, скажите мне на милость. Напомните мне, куда я его положила. Собственно. Как сказать... Да, паспорт положила, напомните мне. Ага. Вот. Девочка Даша, респект ей. Просто респект. А сколько ей лет там? Ну, лет где-то 11. А, она же сказала, 11. Но она рассказывает про Бога. Я сама пришла в веру, я сама пришла в церковь. Но все мои мысли. Понимаете? Вау. Респект этой Даше. Она всех уделала. Она всем сказала, что я за Бога. Я молюсь. А сейчас у нас едет. Что же у нас едет? Катя, но приехала, кстати, из всех товаров, которые я заказывала. Из всего, что я заказывала, приехала только каустическая сода. О! 3 банки зеленых, шикарно. Только каустическая сода приехала, сегодня заберем. Вот, я пью Крион. Но это панкреатин тот же. Только проснулась еще. Не скажу, что я прям выспалась почему-то. Я не знаю, почему я так жестко не высыпаюсь. Хотя сплю, хотя... Знаете, мне многие люди пишут, да, что у меня не есть порядок. Во-первых, я это знаю, а во-вторых, у меня как это... Я человек творческий, и у меня творческий беспорядок. Таня! Ой, на тебе твою. Ой-ой-ой-ой-ой, мур-мур-мур. Видите, мур-мур. Моё сладкое. Моё сладкое и маленькое, девочка. Я позавтракала, я съела тарелку фасоли. Если я попью водички, вспомню, куда же я положила свой паспорт в этой квартире. О. Реально, у нас тут бардак легкий. Ну как легкий? Я вот куда-то положила это все. Свой там паспорт, вот это все. А куда? Ну это медкнижка моя рабочая, кстати. Блин, вот искать паспорт, да такое самое, знаете, когда ты не помнишь, куда ты его положил. О, рулетка, понятно.
Я хочу навести порядок в холодильнике. Вот. И где? Сяня. Сяня, Сяня. Сяня. Глядите, какая Сяня. Какая Сяня. Сяня. Какое солнышко, да? Солнышко. Смотри, солнышко. Смотрите, какое солнышко. Во, солнышко такое, делосточка легкая моя. Ой, ладно, буду, ребят, искать паспорт, потому что найду и включусь. Та-дам! Я нашла паспорт, ребята. Знаете, где он лежал? На кухне. А где? Стойте, а где? Угу. А где мои штаны? Паспорт найден отлично. Что у меня на фоне играет, как вы думаете? Поставьте на паузу и свои догадки. Правильно. Служба Славры. Потому что сейчас я... Сейчас я не могу присутствовать в Лавре, скажем так. По определенным причинам. Потому что я не в Киеве, я не это самое. Если бы я была в Киеве, я бы, конечно, в Лавре стояла. Сейчас я не могу присутствовать. Но я могу молиться дома, и я могу включать лаврские прямые трансляции и так далее. То есть я могу. Все, что я могу, я делаю. И вам тоже рекомендую.